Судебные приставы совместно с первыми лицами города подвели итоги работы за ушедший год. На заседании обсудили не только плюсы своей деятельности, но и указали на имеющиеся минусы. Так, за минувший год в структурных подразделениях приставов находилось свыше 40 тысяч исполнительных производств. Цифры, правда, впечатляющие, учитывая, что на каждого работника органа власти приходилось по 1600 дел. Но, несмотря на такую загруженность, приставам удалось показать достойные результаты. Также есть положительная динамика по многим видам платежей, что в целом дало хорошие показатели нашего отдела. Это отметили представители других ведомств, взаимодействующих с приставами, а также начальник отдела исполнительного производства по Республике Башкортостан Дмитрий Гаврилов. Деятельность Кумертауского городского отдела на сегодняшний день отмечается достаточно на высоком уровне. Кумертауский отдел является одним из самых больших отделов Республики Башкортостан. Ну и как в целом до этого достаточно неплохим образом справилась с поставленными задачами. В 2016 году хотелось бы, конечно же, отметить положительную динамику отдела в данном направлении. Судебные приставы работают во многих направлениях – взыскание заработной платы, налоговых и кредитных задолженностей, неуплата алиментов. Последнее стоит на особом контроле. Весь статистика по неплательщикам алиментов, как в нашем городе, так и в республике, становится хуже. В отчетном периоде всего находилось на исполнении 1172 производства. Аналогичный период – 1529. Возбуждено в 2016 году 578 производств. Аналогичный период 736. Остаток исполнительных производств на 1.17 года составил 395. Аналогичный период 577. Таким образом, исполнительные производства по сравнению с аналогичным периодом сокращен на 182 исполнительных производств, что нельзя отметить с положительной стороны. Однако контроль осуществляется не только за должниками, но и за работой самих судебных приставов. Так, помощник прокурора Ирина Кочетова напомнила судебным приставам, чтобы те обращали особое внимание на актуальность данных о должнике и на его личные данные. Я согласна, что ваша база, с которой вы работаете, которая разработана вам именно в помощь, она несовершенна. Но в последнее время мы, как прокуратура, из многочисленных жалоб сталкиваемся с такой проблемой, что, исходя из не совсем корректных данных, которые размещены в вашей базе, применяются меры принудительного взыскания не к тем людям. Несмотря на недостатки своей деятельности, кумертауские приставы удерживают лидирующие позиции в нашей республике. Естественно, планку, которую поставили, мы должны ее не то что удержать, но и поднять выше. Есть действительно ресурс, есть резерв, есть желание. Есть самоотверженность работников, приставов города Кумертау. И сил вполне достаточно, сил хватит. Так что, я думаю, будет все хорошо. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис».